Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroёn C-Crosser 2007 года выпуска, полный привод, 2.4, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим рулевую тягу. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем рулевой наконечник. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот она, наша рулевая тяга, левая сторона, которую нам надо заменить. Наконечник здесь живой, а рулевая тяга болтается. Сейчас попробую показать, если шум будет слышно. Пошел на улице дождь. Вот стук слышно. Берем. Считаем, сколько у нас витков на резьбе, чтобы примерно выставить также на новой тяге. Откручиваем гайку, расконтрагаем. Наконечник мы снимать не будем. Снимаем с пыльника хомуты. Щеткой по металлу резьбу маленько почищу, чтобы удобнее было сосчитать витки. Берем отверточку и считаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 полных витков у нас. Берем ключик на 22. Ну и вторым ключом здесь держим. Ох, затянуто. А здесь уже ключиком быстрее всего, наверное, 13 или 14. Откручиваем, выкручиваем рулевую тягу. Ключик на 13. Тяга не крутится. Наверное, придется снимать наконечник. Да, не крутится у нас тяга. Снимаем наконечник рулевой. Гайка на 19. Берем вот такой вот съемник, подталкиваем его под пыльник, и выдавливаем палец. Будет щелчок. Вот такой вот щелчок. А вот теперь нам надо выкручивать каким-то образом наконечник. Но мы, наверное, снимем тягу вместе с наконечником, и наконечник уже в тисках открутим. Снимаем
задний хомут на пыльнике. Не задний, внутренний хомут на пыльнике. Подсветил хомут. Вот если сверху он видно, я его отверткой разогнул. Пыльник, чтобы не повредить, здесь отверточкой под него подлезу. Вот так вот. И брызну силиконовой смазкой. Теперь можно, покручивая, стянуть его. Сейчас палец пошевелил, явного стука. Вот я только рукой ощущаю его. Берем ключ и откручиваем рулевой наконечник. То есть и откручиваем рулевую тягу. Есть вот такой вот ключ, но я не смогу им открутить, потому что наконечник рулевой не снят. Поэтому откручивать буду газовым ключом. Берем газовый ключ, подгоняем примерно зев. Здесь подлазить немножко неудобно, поэтому будем под углом вот так вот его зажимаем. И он даже не закручен. Странно. Так, а может? Да нет, подтянут был. А может быть, он и стучал? Может быть, тяга и стучала от того, что она не затянута была. Хотя нет, я проверял, это не резьба, это шар стучал. Пальцем трогал. Все, открутил я рулевую тягу. Шла туго, но закручена была не сильно. И, как видите, здесь тоже нету. Кто-то мне говорил, там обязательно. Я на Хонде делал и не ставил вот эту шайбу. Здесь шайбы тоже никакой нету. Берем новую тягу. Зажал тягу в тисках и попробовал наконечник открутить, а он не крутится. Он даже зажатый в тисках начинает проворачиваться. Закис напрочь. Но для этого дела берем газовую горелку, сильно не греем, чтобы у нас не плавился ни пыльник, ни внутри картридж. Вот такая газовая горелка. Одеваем. И маленько отжигаем.
Попробуем на горячую. Вот так вот прикипает резьба. Резьба не мазанная была. Ну уж теперь берем новую тягу. Берем рулевую тягу фирмы CTR, номер ее CRM32. Вот такая вот рулевая дяка. А, контрагайка есть новая. Также шайбы не идет. Есть литол набить в это место. Сразу возьмем его и добавим. Все. Теперь одеваем пыльник. Одеваем хомут и закручиваем гайку на 13 витков. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Как по заказу. Мажем резьбу. И мажем резьбу в наконечнике. Закручиваем наконечник. И контрагаем его. Идем прикручиваем тягу. Закручиваем тягу. Продолжаю разговаривать с камерой и не заметил, что аккумулятор сел. Закрутил я тягу рулевую. Там ключ на 34. У меня на 32 ключ проточенный. И я смог подлезть, закрутить нормально, подтянул. Пыльник изнутри. Сейчас покажу. Поставил капроновый. Вот отсюда удобно подлезть.
Вот капроновый пыльник стоит. Также, то есть капроновый хомут на пыльнике стоит. Заговариваюсь. И одеваем вот этот хомут отсюда уже. Мажем резьбу на наконечнике и одеваем рулевой наконечник. Так, он у нас снизу. Закручиваем гайку. Все, гайку мы затянули. Здесь у нас законтрогаяно 13 витков, как отсчитал, подкрутил. На развал все равно надо будет ехать, проверять обязательно. На этом все. Замену рулевой тяги мы произвели. Всего вам доброго.